Всем привет! Чуть меньше года назад у меня был на обзоре классный 3D нивелир, который был заказан на AliExpress. Нивелир был очень хорошего качества и за хорошую цену. Сегодня же у меня на обзоре новинка 2020 года на рынке нивелиров – лазерный уровень Swarovski 4D, которым можно также управлять и дистанционно, с пульта. Данный нивелир – один из немногочисленных 4D лазерных уровней, именно с 16 лазерными линиями и 4 замкнутыми плоскостями по 360 градусов. И, конечно же, с полноценным лазерным отвесом, который образуется в точках пересечения вертикальных плоскостей сверху и снизу. Аналогов на российском рынке пока нет, но это скорее вопрос времени. Однако можно сказать точно, что с такой ценой аналогов не будет точно. Стоит такой 4D нивелир на сегодняшний день около 119 долларов. Это цена на распродаже. Причем склады есть в Украине, России, Польше и в Китае. Приходит устройство в добротной противоударной сумке из кожзама. В комплекте идет сам нивелир, поворотная платформа с микроподстройкой, металлическая пластина, регулируемый магнитный кронштейн, переходник с 5/8 на 1/4, пульт управления и зарядные устройства. Заряжать батарею, которая на 5000 мАч, можно как в самом нивелире, так и вынув батарею. В ней есть разъем Type-C, что очень удобно. Конструкция корпуса лазерного уровня по сути напоминает привычные нам 3D лазерные нивелиры с конусными призмами, которые имеют 3 башни. Все отличие заключается в появлении 4-й башни снизу, из которой проецируется 2-я дополнительная горизонтальная плоскость. Это для большего удобства. К примеру, при монтаже натяжных потолков было бы удобнее делать разметку максимально близко к потолку, для чего просто включаем верхнюю горизонтальную плоскость и быстро, без всякого переноса точек, размечаем горизонтальный уровень по всему периметру комнаты с минимальным отступом от потолка в 0,8 см. Для бетонных стяжек, монтажа, различных полов или укладки напольной плитки намного удобнее была бы проекция горизонтальной плоскости, идущая максимально близко к полу, и как раз в этом случае на помощь приходит 2-я нижняя горизонтальная плоскость. Сам нивелир сделан из надежного ABS пластика. Никаких зазоров между ним нет. Видно, что сделано качественно. В нижней части корпуса располагается аккумуляторный отсек, который закрывается съемной пластиковой крышкой. Включение прибора осуществляется переводом тумблера из положения «закрытый замок» в положение «открытый замок», после чего происходит разблокировка компенсатора и сразу загорается нижняя горизонтальная плоскость. Все дальнейшие управления осуществляются с помощью сенсорной панели сверху с 2 кнопками и 2 вспомогательными индикаторами. Замечу, что панель управления хоть и простая, но сделана очень хорошо и залита толстым слоем какого-то плотного и прозрачного состава. Продавить или протереть со временем такую сенсорную панель будет очень сложно. Итак, дальнейший алгоритм переключения. Первое прикосновение к кнопке H отключает нижний горизонт и включает верхний. Второе прикосновение включает обе горизонтальные плоскости. Третье нажатие отключает оба горизонта и далее по кругу. Кнопка V переключает вертикали в следующем порядке. Первое прикосновение – включается вертикаль спереди, второе – боковая вертикаль, третье прикосновение – горят обе вертикальные плоскости и четвертое – отключает обе вертикали. Еще можно активировать включение режима работы с приемником. Для этого режима приложите палец к кнопке H на 2-3 секунды, пока не раздастся звуковой сигнал и не загорится зеленый индикатор над кнопкой. Также при входе в этот режим лазерные линии начинают гореть чуть тусклее, то есть переходят в пульсирующий режим, при котором специальный приемник способен улавливать луч на расстоянии до 50 метров при любом освещении. Функция Tilt. Это спецрежим, при котором можно делать разметку под наклоном. При этом сигнализации о разгоризонтировании не будет. Единственные линии в этом режиме будут мигать с дискретностью раз в 5 секунд. Это необходимо, чтобы пользователь не забыл, что разметка происходит в спецрежиме. Для активации данной функции зажмите кнопку V на 2-3 секунды, пока не прозвучит сигнал и не загорится над ней соответствующий красный индикатор. Для выхода сделайте то же самое. На сегодняшний день такой 4D лазерный уровень – это один из лазерных уровней с максимальным функционалом.
Помимо всех преимуществ 3D-нивелиров с конусными призмами, здесь добавляется еще дополнительный выбор горизонтальной плоскости в зависимости от поставленной задачи. Таким образом, эта модель может удовлетворить все потребности как широкопрофильного отделочника, так и узкопрофильного штукатурщика, монтажника потолков или полов, плиточника и любого гипсокартонщика. Нивелир можно закрепить на любые штативы с резьбой 1/4 и 5/8. Отмечу хорошую плавность хода верхней платформы основания и просто отличный отклик микрометрического винта. Также в комплекте идет универсальное магнитное крепление в виде некой стрелы крана с большим качеством настроек. Примагничивается крепление с помощью двух мощных неодимовых магнитов, либо непосредственно к профилю или к специальной толстой пластине, также идущей в комплекте, которую в свою очередь можно закрепить на саморезы. Это крепление можно использовать не только как потолочное, но и как некий вертикальный микролифт при соответствующей установке. Перемещение по стреле возможно в пределах 10 см. Помимо плавного передвижения по стреле с помощью соответствующей крутилки, платформу можно произвольно и быстро перемещать с помощью кнопки стопора, что значительно экономит время при установке линии на определенную точку. Итак, что по факту мы имеем? Нивелир недорогой, в нем максимальный функционал, 4 плоскости по 360 градусов, есть проекции максимально близкие к стене, к полу, к потолку, отличный комплект, пульт ДУ, режим работы с приемником, функция тильт, раздельные переключения плоскостей, работа от сети, полноценный отвес, легкая настройка точности при надобности, хорошие излучатели, проектирующие тонкие и яркие зеленые линии, ну и хорошая сборка. Вещь, конечно, узкопрофильная, но вдруг кому-то пригодится. Тем более, что сейчас на распродаже цена на такой инструмент немного ниже, чем в обычные дни. И склады есть в Украине, России, Польше и Китае. То есть в первые три страны товар придет за пару дней. Спасибо вам за просмотр. Пишите, что думаете про данный инструмент. И хорошего вам дня!